Послушайте мою новую песню, сон на слова Ольги Хайнс. Песня называется «Не хочу в глазах твоих зажить». Музыку исполняет Семёна Крумовича, только за свой визион. Я тобой безнадежно
больна. Может, это расплат за грех. Счастью, бунт прекратилась тьма. За плечами судьбы слышу смех. Я тобой безнадежно больна. Мне не радостно весны встречать. Боль лишила покоя и сна. Пусть мне осень застелит кровать. Я тобой безнадежно больна. Нет лекарства, но должен быть я. С ним по лунной дорожке одна. Попаду в миг в отверженных грамм. Я тобой безнадежно больна. Понимает меня верный конь. Без нее жизни нет смысла, но я тобой безнадежно больна. Понимает меня верный конь. Жаль, любовь, что испита до дна. Без нее жизни нет смысла. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фомович. Музыкально-поэтическая композиция «Экспромт». «Я тобой безнадежно больна». Стихи «Фаворитка Лорка». Музыка исполнения Самуила Фомовича. Видео из интернета. Прости меня за то, что не заметил, когда-то я тебя принял за сон. Не для того тебя я в жизни встретил. О том, как я влюблю. Все не в попад, слова не снежинки, летят без чувств, касаясь головы. На еле стройной дрогнули хвоинки, оповестили сколохи весны, чтоб мы смогли с тобою осмотреться, порадоваться этим светлым днем. Смущение, как в юности зардеться, оставили надежды на потом. Но сейчас пускай ступят страхи не для других. С тобой мой рожденный, ступая на порог.
своей удачи. Ведь мы за все с тобою прощены. Но сейчас пускай ступят страхи не для других, с тобой мы рождены. Ступая на порог своей удачи, ведь мы за все с тобою прощены. Прости меня за то, что не заметил, когда-то я тебя принял за сон. Не для того тебя я в жизни встретил, чтоб промолчать о том, как я влюблен. Не для того тебя я в жизни встретил, чтоб промолчать о том, как я влюблен. Спасибо за внимание. С вами был Сумов Румыч. Музыкальная композиция «Экспромт». Прости меня за то, что не заметил стихи Артура Фраймана. Видео из интернета. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете. Стихи поэтессы Раисы Рассказовой. Композиция называется «В подземном переходе пела флейта». Музыка исполнена Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Осенним вечером в подземном переходе ветром и лужам все вяготи на зло, всем холодам на зло и плачущей погоде запела флейта нежный светло. Звучала флейта, то смеялась, то страдала, то замирала, то играла вновь. Как будто холод теплым пледом укрывал, но под пледом пряталась любовь. Какой же музыкант играл, когда поздно, и мел орфей довольно странный вид. Yeah.
Спасибо за внимание. С вами был Самвел Фурмович. Музыкальная композиция «Экспром». Подземном переходе пела флейта. Стихи Раисы Рассказы. Музыка исполнения Самвела Фурмовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэта Степана Тупылья. Композиция называется «Жду стихов». Музыка исполнения Самвела Фурмовича из цикла «Жившая поэзия». Thank you.
Спасибо за внимание. С вами был Самвел Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Жду стихов.